Очередной выезд на Гилдозера. Прогреваю машину. Температура минус 33 градуса. Сегодня к обеду обещаю штормовое на сутки. Завтра к обеду должно все стихнуть. И погода будет хорошая последующие 2-3 дня. Сегодня еду не один. Пришел с моря Витя. Сейчас машину прогрею. Поеду, забираю его. Потом, видимо, забираем мотособаку. Поедем на собаке. Пешком не пойдем. Ну, все равно там будем бить дорогу, там до озера, до еще одного. И... ну, там что будет, то будет. Посмотрим. По месту уже. Витя забрал. Собаку забрали. Выдвигаемся с городом. С небольшим опозданием. Ну, у нас, как всегда, ничего страшного. Все, теперь только до Луковецкой топи. Все, прибыли. Потихонечку упаковываемся. Сейчас заведем аппарат, пусть прогревается. Упаковываем вещи и на старт. Сколько ехали? Полтора часа. Ну, потихонечку. Не упирались там, не гнали. И дорогу на озере все замело. Местами били новую. В избе никого не было. Дровишки все остались, как я оставил. Ну, еще заготовим в любом случае. Так, все. Сейчас сделаем обед. Немножко подобим избушку. И пойдем, наверное, куда-то будем двигаться, что-то делать. Да, пойдем на... сегодня, соседнее озеро. Сегодня обещали штормовое предупреждение к вечеру. И завтра до обеда. А потом дни будет погода хорошая. Так что так. Все отлично. Мы в избушке. Да, у нас обед. Затопили печь. Так, на скалях приготовили перекус. Перекусим и пойдем бить дорогу на Крушинское. А завтра туда поедем на рыбалку уже. Так, видите, как он топает дорогу дальше бить. Это моя недельной давности лыжня. Вот, но с собакой все равно сложно. Снега еще навалило выше колена. Сейчас еще форсировали тут ручей. Ну, потихонечку двигаемся. Нам надо сегодня сделать дорогу, чтобы завтра можно было ехать. Здорово. Как дела? Все путем. Ага. Хорошо идем? Идем вообще. Я весь сырой насквозь, ё-моё. Я надрули, чтобы не падало никуда. Ладно, пошли дальше. Приехали на озеро Крушинское. После Аральских Эмиратов, да? Холодно, однако. Да. Вот такое озерцо. Будем сверлиться, пробовать. Да, все будет хорошо. Дичи нет, охоты пока не едать, может быть, рыбы какой-нибудь наловим. Чуть-чуть поесть на уху. Ну, где-то мы успели половить на озере Крушинском с полчаса. Стало темнать, и окушок лег спать. Вот. Витя кушает, а окунь не кушает. Поймали 7 жуцов. Сейчас поставим 7 желез. И вот таких вот окушков надергали себе на уху. Ладненьких.
неплохие окуня. Нам хватит на сегодняшний ужин вкусный. Так, сейчас собираемся, удочки собираем, ставим жерлицы и выезжаем в избу. Рыба замерзает на глазах, мороз минус 28. Мы в избе. Сейчас я поеду, съезжу за водой. Вот, потом начнем готовить еду и съездим, заготовим дровишек. Красота. Мы очень довольны нашим выездом. Все, навезли кучу дров. Сушняка сухостоя напилили. Сгубили одну березину, чтобы сырые дрова были, чтобы подольше горели. Вот. Ну и что тут, дровишки с прошлого раза у меня вот потерянные остались. Вот, а видите, тем временем у нас занимается приготовлением ухи. Вот шкерит наш сегодняшний уловчик. Улов такой, без особого труда, да? Да, полчасика половили. Полчаса, да, и нормально, нам хватит. Отлично. Будь. А? Так, а где мой режек-то? Какой длинный. Ну, кстати, для шкирки был очень удобный. Удобный, да? Ты же такой же был муж. А? Ты же такой же был муж. У меня есть он дома. Ага. Тот, который с синей ручкой. Ну, он филейный. Он филейный. Что, закрою только один, да, болты? Угу. Вторые молочники. Мамки не такие. Мамки-то помощнее. Чуть-чуть покрупнее, да. Сразу же видно, какие. Да, у нас тут приготовление пищи полным ходом идет. Готовим салат, редька и морковка. Уха уже почти готова. Все, мы угомонились, приготовили себе званый ужин, уху сварили из свежепойманных окуней. Ну, какие красавцы. Сделали грибочков в волнушке в сметане. Редьки с морковкой натерли, уха, соленья всякие домашние. Гречка с поджарочкой стоит, на второе нас ждет. В общем, поесть мы очень-очень любим. Да. Особенно после такого трудового дня и половины ночи. Так что так вот. Воды привезли, дров накололи. Все как в лучших домах. Доброе утро. Ну вот, утро нового дня. Поспали хорошо. Я бы еще, конечно, поспал, но нельзя, надо ехать. Вчера на улице такое творилось, какой-то прямо ураган. И вот я сейчас выхожу, елки-палки. Ураган не прекратился. Стало потише. Снега нападала, мама не горюй, все замело. Офигеть. Вот, огромная кастрюля компота из черной смородины. С собой привезли мороженые ягоды. Сейчас вот закипело, поставим на пол. И пусть остывает до нашего приезда с рыбалки. И потом будем пить витаминизированный напиток. Видите, готовится на рыбалку. Делает нам вкусные бутерброды. Прибыли на Крушинское. Тут была маленькая проблема. Нас пробивали через болото. Всю дорогу перемело. Сегодня ночью был ураган такой сильный, что шатало прямо избу. Ну, по льду здесь вроде нормально продвигаемся, а
через болото, один шел пешком перед собакой, топтал след искал. Другой потихонечку на малом ходу ехал. Вот. Железо у нас ни одна не сработала. Приехали пока на старое место. Ну и сейчас будем сверлиться и искать крупного окуня. Ну вот, обловили новое место еще. Поймали так порядком окуней. И окуни такие хорошие, достойные. Вот, наловили живцов, поставили здесь три жерлицы. Сейчас пока собака прогревается, упаковываемся и поедем в другое место, да, за мысок, за ветер. Найдем место, где поклевывает окунь и приготовим себе обед. Да? На обеденный перерыв пора. Пришло время к обеду у нас. Надо сделать нам поесть. Странная, да, какая-то херня. На окуня не похоже нифига. Похоже. Ряпус. Ряпус лишь. Вот уже почти все готово. Водичка закипела. Михаил сейчас будет заваривать кофе. Кофе у нас будет особо вкусный. Потому что мы старые кофеманы. Нет ничего лучше, как вкусный кофе на рыбалке. Ну, надо так и делать. А так, представляешь, в избу возвращаться, да? Пока я приехал. Даже не в избу, а даже вот тупо к берегу тмись, надо дерево найти, спилить, срубить его, костер запалить. Ну там, конечно, было бы теплее, там же там бы пионерием бы горел бы. Мама, не горюй. А ну, блин, бум, пенечек, да, другой. Один под чайник, другой под это самое, под хавчик. Все. Неловко. Ну, в принципе, даже надо никак кальмаров брать, больше кальмар вещь. Я сижу в метро,
Возьми кучу коробку нам, ребят, пусть ты. Правильно? Приехали в другое место. Еще один флаг горит. Но возможно-то не полностью. И не знаем, что да как. И появился снова слуз. Не было ничего. Нужно быстрее драпать. И так снега по колено, плюс слуз. Что, есть рыба? Ну вот. Неплохое. Неплохое? Погодик? Сейчас собаку заглушу еще. Что такое? Так может там и с рыбой на зацепе? Может быть такое? Ох ты! Хо-хо-хо! Вот это горбач! Вот это окунь! Наши победили! Нифига себе, да! Вот это окунь! Круто! Офигеть! Больше Витя, он. Вот Витя стоит, вот Витя стоит, и окунь больше Витя. А ну чикни-ка меня, сухо. Едем уже ближе к дому, ну там еще будем дальше ловить, и вот у нас сработка и полная размотка. Первая полная размотка. Да, первая полная размотка. Сейчас посмотрим, что там у нас происходит. Есть? Налим, налим, налим. Надо налима нам, надо сделать налима на печи в сметане с помидорами. Вот это будет блюдо волшебное. Нам нужен налим. Это налим, походу, да? А нет, щучка. Щучка, ну, небольшая. Ну, ладненько. Ну, с почином. Второй день в избе, готовим ужин. Сегодня у нас опята с картошечкой жареной. Опята батя подогнал. Да, батя, спасибо. Сегодня пораньше спать ляжем. Картошка с опятами. Да. Гостиница от Михиного бати. Спасибо ему. Курчики тоже с кабачками. Тоже, тоже оттуда же. Тоже оттуда же. И грибы тоже оттуда же. Мясо Миша сам делал. Да. Вот сырый копченая свинина. Сыровяленая. Сколько по времени-то? 30 дней ровно делаю. Очередное утро в лесу, позавтракали уже, не снимали наш завтрак, ничего, вот. Собираемся и уезжаем в дальние озера. Обещали нам синоптики солнышко, штиль, ну что-то им не пахнет. Ни солнышком, ни штилем. Ветер гудит на озере, мама, не горюй. Приехали снова на место. Сработка жерлицы. Идем проверять. Там еще одна есть. Да, это не последняя сработка. Стоит. Будем ждать. Ждем. Ждем. Тогда тащит, тащит окунёк. Что там окунёк, может не окунёк?
Средняя, да? Вот там была сработка. Угу. Здесь тыкала. Тащи волка. Шнурок. Шнурочек. Ну ладно, все хорошо. Давай же, царь, неси. Надыбули место с Витькой окуневое методом бурения и поиска. Вот такие вот классные окуня у нас ловятся. О, какие красавцы, мощные, а? Лепота. Пушки. Так, смотрим. О, наш горбач. Красивый. Матерый. Вес, ура! Надо видеть карту. Опа. Вот такие вот они лапти. Бабочки. Достойные акушарики. Прошло время к обеду. Поедем мы, наверное, за ветер пообедаем. И заодно там проверим жерлицы. Потому что там у нас поклевало. Флаги торчали. Вот набили пакет отборными окунями. Мощными. Витя! Только-только же снова. Да. Работка очередная. А? Очередная вирус, работочка вон. Начали шуметь с тобой? Живу. Да. Пошли глянем. Сейчас, погодь. Глянь, подожгу, пока разгораются. Мощно! Это самый крупный из всех, что поймали, если джерлицу не считать. Ну, здесь. Очередная сработка. Здесь мелко, много травы. Надо как-то оперативно вынимать. Уже лицо одно оторвали. И чего? Что-то есть. Чего-то есть? О-хо-хо.
Такой велосипед. Щучка худенькая, ну ладно. Киложечка есть. Отлично. Размотана, но не до конца. Ну да, сейчас посмотрим. Опа! Зацеп опять. Зацепилась, да. Есть рыба? Есть какая-то. Есть какая-то, да? Какая-то рыба есть. Или трава. Вот так, слабенько шевелится. А? Вот, щучка еще одна. Мы сегодня уже 3 щуки поймали, однако. Хорошо. О. Полностью. Давай. Есть? Что-то маленькое, да? Чего-то. Что-то маленькое есть. Ну что, киложка, щучка? Ладно. Все хорошо, однако. Ладно, короче, замерзший, знаешь? Да, что-то этот... На уголок. Вот сюда вот сейчас мы захи поворачиваем. Все это, да? Икры, да. Мамок много поймали. Мамок много загубили. Витя, налей, пожалуйста, в эту вот, да, где-то примерно стакан воды. Примерно. Тепленько, да? Да. Лукин, брат, чеснок очень нужен нам, чтобы было все вкусняще. Пища богов. Опа. Ну чё? А? Вот она, рыба. Да. Опа. Блин, лук, смотри, я спарился. Кирдык вообще. Пистча. Дай сюда. Горячий все равно, видишь? Горячий, да. Не остыл, нифига. Опа. А! Горячо, однако. Сборы, собираемся домой. Сейчас надо съездить порожняком, пробить дорогу, промять. Потому что у нас тут 2 дня был ураган страшный, и все дороги на льду.
позаметало. В лесу-то мы свой след найдем, старый. А по льду, по большому озеру сложно ехать без дороги, без пробитой. Вот, дров мы наготовили. Тут вон гора лежит целая, вчера привезли. Тут немножко есть уже поколотых. Чурки лучше стоят. Вот и здесь все наколото, все готово. Народ придет, не замерзнет. Будут у них дровишки. 4 дня провели в лесу. И как домой собираться, так и погода хорошая стала. Закон подлости у нас. Сейчас выезжал на озеро, мял дорогу нам. Собаку заглушил. Тишина. Ни ветра, ни одной живой души. Ничего, никого, нигде. Сегодня бы на рыбалку надо, да? А нам домой надо собираться. Все, запаковываемся и в путь. Выезжаем. Дорога домой. Снегопады, конечно, хорошие были. 30 сантиметров снега выпало за 4 дня. Здесь дорога почищена. Снега в лесу. Метр. Уровень снега. Метр. А я сейчас только вот за один месяц снега наботал столько. Что будет через месяц еще, это вообще будет полное оно. Охота у нас получилась неудачной. Видели глухарку, здоровую, мощную курицу. Пусть потомство несет. Видели куропаток вот сегодня? Стайку, да так, парочку. Ну, дичь в принципе есть. Дичи полно. Но стволы не продули, не стреляли ничего. А по рыбалке нормально отловились. Разведали озеро. Не все, конечно, но большую часть его половили, достойных окуней крупных. Будем дальше его разведывать.